Привет, мы находимся в Приморском парке. Решили прогуляться немножко по парку. Погода сегодня не очень яркая, не очень жаркая, но очень тепло, в принципе. Кроме того, у нас сегодня радостное событие. У нас сегодня день рождения моего мужа прекрасного. Ой, прекрасный муж! Поэтому мы ему желаем счастья, здоровья и успехов в его благородном деле. Да-да-да. Пенсионном. В пенсионном деле. Такая площадочка для игры в мини-гольф. Мы остановились как раз напротив. Можем поиграть. Клюшки есть. Но правда никого нет. А, ну вот там есть некоторые места. Там работают. Места, где работает детская градина. Люди веселятся. Вот такая информация для посетителей детской площадки. Вот такие паровозики смешные. Но на них пока никто не едет. Тебя на фоне, которые мы пока не пойдем, потому что есть еще не пойти. Вот мы идем смотреть, что же есть на этой детской площадке. Ну, так примерно выглядит эта схема детской градины. Можно покататься на таких. А, мы катались с внуком на таких кружках. Очень здорово. Дети очень это любят. Им очень нравится этот бассейн. Здесь заодно велосипеды морские. Очень красивая лужица. Такой прудик. Мороженое безопасное. А мы возьмем стакан. Тут такой мороженое. Ну, по крайней мере, видишь, причиндалы для кофе. Да. Есть. Это полтора метра. Так, дезинфицируйся. Что мы покупаем вкусненького? Вкусненькое мороженое. Сладолед. Сладолед. Так, или она... сладолед. Сладолед. Так мы решили попить кофейку. Кофе всегда дается вот такая бумажка, на которой написано какое-то пожелание. И сегодня у нас пожелание очень простое. Приятельство то, эко то одна душа, в две тела. То есть это когда дружба, это когда одна душа в двух телах. А второе рассуждение перевести можно так. Думать логично и что? И поступать? Да, и рассуждать правильно две разные вещи. Ну да. Как это? Это слишком заумно. Досе рассуждала логично. Да си рассуждава верно. Да.
са две различные нечто. Думаю, да, логика и, короче говоря, и поступки не всегда бывают одно и то же. Да, поступки не всегда бывают логичными. Правильные я это поступки так. Не всегда логичны. Надо побольше сахара. Вот такие собачки у нас спят посреди парка. И сдох. Куда идем мы с пятачком? А мы гуляем. Так. Сейчас мы снимем вот эту беседочку. Ой, какая красивая. Это такой остров. А теперь можно здесь проплыть. Это тот же самый прудик. Он очень длинный. Собачка черненькая. Так, очередная собачка на съемке. Огромные деревья, просто вековые. Я просто не знаю, здесь такие деревья. Листик он кому-то поставлен. Мы сейчас посмотрим. Да, вот такой вот красавец. Подарена армянским патриархом. Приморский парк. Эта аллея ведет прямо к очень тепло, солнечно, безмятежно. Несмотря на коронавирус, здесь все гуляют, отдыхают. Небо чистое, воздух свежий, поют птицы. Так здесь красиво. Вот здесь тоже описание дерева. Красивое дерево. Не можешь?
здесь море. Уже близко. Можно прямо пойти и поснимать вниз. Такой у нас Палм-Бич. Практически это приморская часть парка. Очень красиво. Пальмы искусственные. Начинки настоящие. На нас надвигается шторм. Ой, какая мгла. И мы прямо, я ее вижу. Это дождь. Это такая пелена. Ой, с ума сойти. Ой-ой-ой. Она сейчас будет здесь. Вот оно все в тумане.
и в дожде. Ты можешь чистить, да, пустить? Да, могу. А, хотя будет на камеру. Вот там купальщик, да. Какой-то, смотри. Водолаз. Да, водолаз плавает, да. Народ продолжает купание. Это хорошо. Им там здорово. Ну все, мы уехали.